Ну, что лезешь? Не видишь? Пригрелся я на палатях. Сонно мне. Спрашивай, что еще хотела. А то спать-то мне пора, притомился. В путь уж скоро. После поговорим. Чё ты с каменкой-то выдумал? Уж не поверишь, да и чертовки испуг... Всё так, Вань, не знаю, чё, боюсь его жутко, но я так... Почему? А, долго сказывать. Вы чувствуете приторный запах гниения. Страх холодной поступью заходит в вашу душу. Среди лесных трав лежит разложившийся до неузнаваемости труп. На его впалой груди вы видите старый деревянный крест. Вы выкапываете неглубокую могилу и сталкиваете в нее покойника. Затем читаете молитву и продолжаете свой путь. Несмотря на поздний час, из деревни доносятся звуки удалого веселья. Оказывается, затянувшееся застолье после помочей превратилось в нестихающий праздник. Вы замечаете обеспокоенного хозяина, который, кажется, уже давно готов расстаться с гостями. Вы предлагаете хозяину разогнать затянувшееся застолье. Его недоверчивость испаряется, когда после нескольких ваших заговоров поднимаются порывистые вихри, и встревоженные крестьяне расходятся по домам. Хозяин награждает вас несколькими блюдами с угощения помочей. Вам встречается девушка, она идет в сторону Пинтега и сжимает в руках странное веретено, от которого веет недоброй силой. Дед Егор усмехается, еще одна жертва пряхи. Вы окликаете крестьянку и убеждаете ее выбросить проклятое веретено. Удивленная девушка следует вашему совету. Вы замираете в ужасе. С высохшей еловой ветки свисает удавившаяся девушка. Вы не можете пошевелиться. Странный плод с размеренным скрипом покачивается на холодном ветру. Она умерла недавно. Вы находите в себе силы дойти до Пинтега и рассказать о мертвеце. Вы видите... Чем ближе вы подходите к дому пряхи, тем мрачнее становится лес. Умирающие остовы сосен и елей нависают над тропой, словно безмолвные стражи. То и дело мороз пробегает по вашей коже. Вы чувствуете, что в этой части леса грань между мирами очень тонкая. Вы приближаетесь к черепу, висящему у входа. Внезапно костяная голова начинает дергаться, а истлевшее око в одной из глазниц приковывает вас взором. Ну, хоть какая-то забава. Вижу, плохо уже. Чё там за дед? Знакомый как будто. Пропустишь до пряхи-то? Я б с охотой. Да только она требует знатких проверять. Моя бы воля,
Я бы вообще тут не висел. Ну чё поделать? Так вот, поступим как в сказке. Я загадаю тебе 3 загадки. Отгадаешь хоть одну, пропущу тебя. А коли откажешься, али не смогёшь, вырву глаз один. Мне как раз не хватат. Если б только глаза. Ну, готова к загадкам? Хочу сначала осмотреться. Ну, как тебе избушка? Наш-то уютнее будет. Вон, с черепом тем поговори. А так просто не зайдешь. Вечно что-то пряха выдумает. Готова к загадкам? Будь по-твоему, загадывай. Слушай, девка, первую загадку. Стоит село, все заселено. По утрам петухи поют, а люди не встают. Стоит село, все заселено. По утрам петухи поют, а люди не встают. Кладбище. Умершие-то не встают. Верно ты сказала. По утрам не встают мертвецы на кладбище. Уж я-то знаю. Можешь проходить, а можешь еще погадать. Ладно, пойду уж. К пряхе мне пора. Здорово, Капитолина Ивановна. Ну, здравствуй, Егор Евлампич. Голос пряхи тихий и вкрадчивый, как шелест страниц черной книги. Вот сиротку свою привел. Тоже знаткой стала недавно. Привезти-то привел. А в мои дела по что лезешь? Веретено отобрали, оно мне для дела было. Так и быть. Прощу по незнанию. Помогай Господь, Капитолина Ивановна. Есть в девке твоей знаткой задатки. Не дурную ты себе преемницу нашел. Ну, зачем пожаловали-то? Уж надо-то не проведать старуху. Мы видели мертвую девку в Вилисовой роще. А, то Марфа, наверное. Денег на приворот не было. Небось, от отчаяния удавилась. По делам ей. Спросить хотела, что за пряжа-то у вас в избе, да вкруг нее? Это колдовство тебе пока не понять, Василиса. Поживешь с мое, тогда и научишься, может быть. Это тебе не чертей за молоком гонять. Встретились мы с привратником вашим. Что это за череп? Да колдун какой-то пропащий. Еретник, прости господи. Срок еще свой на земле не отмотал. Вот и подмогает по хозяйству. А пояска нужна нам осильная, Капитолина Ивановна. Да знаю я, зачем пожаловали. Только с чего мне ее давать-то? Дед Егор предупреждал, что с пряхой нужно быть настороже. Что же ей ответить? Все в уезде-то толкуют, что о пояске баски сплести вы умеете, Капитолина Ивановна. Так и есть. Не зря вы пришли. Пояса я добро изладить могу. Знаткой ты стала, а пояску я тебе дам наговоренную. И чё ты с бесяками-то своими делать будешь?
Еще знать хочет. Да я и сама не знаю, что буду делать со своими бесами. Бесы мне помогут стать сильной колдуньей. А, никогда чертям не верь. Знаю я тебя, Егор. Девка твоя, видать, такая же, как ты. Ничего-то вам так просто не надо. Все прихитряетесь, да чё-то. Опять с кривохвостами чё удумали? Дам я вам пояс. Я твоей ученице помогу. Но и ты потом моему ученику поможешь. Эх, ладно, будь по-твоему. Ну и хорошо. Вот ваш пояс. Слово свое помни, Егор. Да уж не забуду. Непростая баба эта пряхта. Еще не услышим. Ну, Вася, чё ты языком-то ляпаешь? Розьи давно не видала. Или лишак тебя за язык-то дергал? Сейчас помогать придется. Не пойми, чё ей от нас знать. Ладно, пояс заполучили. Теперь решим, что дальше делать. Ну, вот ты и собрала все нужные предметы. Теперь можете невесту идти вызволять под полог. Мне туда идти нельзя. Книга у тебя теперь. Да и колдун я уже не такой сильный. Абдериха дух серьезный. Может навести морок и кожу содрать. Да так, что оглянуться не успеете. Поэтому, Вася, подготовься как следует. Может, что спросить хотите? Что за обряд-то надо провести? Ты мне такого не рассказывал. А я с бани подмененных и не спасал. Думаю, под полог придется вам спуститься. Там вас банница-то и испытат. Предметы нужные есть, смекалку не забудь. Может, что спросить хотите? Кто такая-то Абдериха эта? Ну, откуда это взялась? Ну, кто же ее знает? Все-то по-разному они появляются. Говорят, когда 40 детей родится в бане, вот тогда там банница-то и обзаводится. Про эту мы знаем только то, что она детей подменяет. Может, это не случайно? Все ответы только у самой Абдерихи. Может, что спросить хотите? Пора нам в путь заправляться. Слухами эта земля пермская полнится. Я в Вильгард ходил, а уж и не так меня боятся, как прежде. Поняли, что тебе Силт передал.